с вами Суперкошка Лайф. И я хочу вам показать продолжение своей любимой игры, именно которая называлась Wolf Online, то есть первая часть. А вторая часть меня очень удивляет. Я просто очень не ждала. Она лучше, и графика лучше, чем у первой. Да. Затестим ее. Действительно, тут очень милая графика. Точно так же и лиса тут нарисована, и другие животные. О, снежные волки, они очень милые. Какие милашки, особенно это, только нужно немножко изменить, а то немножко прикошено. Горные волки тоже ничего. Даже лучше, чем сделаны были тогда в первой части, но глаза лучше им подделать. Но очень милые. Что насчет диких? Ну, дикие, как в первой части, не лучше, но все равно какие-то как-то не очень и как-то странно выглядит. Действительно, странно немного выглядит. И плюс у них еще пасть немножко глюч, по-моему, или она так сделана. Закрытый. Не, ну действительно, сделано-то нормально, но... Прям-таки даже реалистично. Ну, у всех, по-моему, рты отличаются. Да, отличаются. Ну, мне они нравятся, но все равно как бы. Немножко напоминает лисицы мне из-за хвоста. Но зато он очень пушистый и длинный. Тут их, по-моему, именно два вида. Но тут больше именно снежных волков можно выбрать. И у них еще разные цвета глаз. Очень милые. Я их выберу тогда. Почему не могу выбрать другое? А вот кала цвет, то есть мордочка у гречи немножко отличается, у черного тоже именно как-то тоже отличается. А я только сейчас заметил, что он следит за нами, ну именно своей головой. Глаза немножко больше сделаем. Мордочка. Или что это мы говорим? А, понятно, что тоже будет и тело будет такое. Уши будут вставшие. Голова будет такая у него, как тело. У нас будет худенькая. Не толстая, так и задняя часть, то есть спина нет. Чтобы он не был очень странным, окей, сделано такого. Так, хвост будет большим. Да, большим. Ноги будут такие.
По-моему, мало готово. Очень милая получается. А значит, можно от 2 до 15 создавать. Должно влезть, да. Это не видно. Окей. Все. Теперь, когда у нас создано, типа, нет, ну и можно... Ищет причину, что не первый. Такой у нас сок. Гильдии у нас нет. Но интересно, что это за гильдия, интересно. Как они хоть выглядят. А, понятно. Мне как бы они не интересны. Я сюда создам. Он тоже будет горный. Уйти, какой милашка. Быть большой, не худой. А будет туда коричневый и белый сейчас. Колос, понятно, коричневый такой. И черный, ну и черный мне нравится, например. Рич тоже ничего, и белый тоже. Коричневый больше всего напоминает койот. Ну, койота и... Ну, вроде либо черного, либо белого. Белый лучше. И теперь остается сделать последнего. И потом можно затестить одну из них. Так, выберем теперь дикого. Немножко лагает, но это потом исправится.
прикольно такое. Тут можно что-то переделать или как? Окей. Значит, нельзя, но все равно как-то прикольно. Ну, можно потом убрать его, например. Ай, пожалуйста, не ключ. Окей. Ай-яй-яй, как же. Ого. Ай-яй-яй, пожалуйста, не ключ. Пожалуйста, что-то глючит.